Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов и описание этих работ по книге «Великий музей мира» Лукас Кранах-старший. Портрет Иоганна Фридриха Великодушного. 1509 год, дерево масло, 42 на 31. Лукас Кранах-старший, Лукас Зюндер, взявший в качестве своей фамилии название родного города, который в те времена именовался Кранах. Немецкий живописец и график эпохи Возрождения, мастер портрета, жанровых и библейских композиций, придворный живописец саксонских курфюстов, сторонник идей реформации и друг Лютера. На представленном портрете изображен старший сын курфюрста саксонского Иоганна Твердого, Иоганн Фридрих, впоследствии получивший прозвище Великодушный. Он стал курфюрстом Саксонии в 1532 году после смерти отца. Художник состоял на службе при дворе и был воспитателем Иоганна Фридриха. На этом портрете наследнику всего 6 лет. Мальчик с пышными волосами и миловидным лицом похож на девочку. Нарядное платьице зеленого цвета и шляпа с пером усиливает это впечатление. Только печальные глаза ребенка смотрят не по-детски мудро. Эта работа является парной к портрету отца. Обе картины экспонируются в Национальной галерее. Однако такое соотношение изображения отца и сына необычно. Как правило, парными создавались портреты представителей одного поколения, например, супругов или братьев. Вместо сына должна была быть запечатлена жена Иоганна Твердого и мать Иоганна Фридриха Великодушного Софии Мекленбургской, но она умерла при родах. Спустя 20 лет Кранах напишет еще несколько портретов курфюрста и останется верным ему, даже когда тот будет в опале у императора Карла V. Однако в поздних работах уже невозможно узнать того 6-летнего мальчика. Вот такое описание по книге «Великий музей мира» «Портрет Иоганна Фридриха Великодушного». Автор Лукас Кранах-старший, 1509 год. Пока-пока, до свидания.